У отца был проект, он хотел построить там базу. Ну, так случилось, что отец у нас скончался. Настал момент, когда вступать в наследство, брат мне отказался в пользу меня, потому что у него там есть участок, там тоже на заре. Вот. Отказался, я пошла в архитектуру первым делом, чтобы получить разрешение на строительство базы. Мне сказали, надо сначала получить градостроительный план. Градостроительный план я получаю 20 марта. Оказывается, там курортной деятельности вообще не существует. Вот даже я с собой взяла копию. Вот просто его не существует. Я начала, конечно, возмущаться, то есть меня это возмутило. Как так? Мне сказали в архитектуре, ну, уже ничего сделать нельзя. Типа, выбирайте из того, что есть. Ну, мы с мужем посовещались, и как бы нам более знакома формулировка, это ИЖС. Я пошла в кадастровую палату писать декларацию об изменении вида жилищного строительства. Написала, получила, пришла обратно в архитектуру уже с этим помененным видом и написала разрешение на строительство. Потом я после этого сходила в администрацию, подала на раздел части, чтобы возвести, чтобы реализовать вот эту идею. Отец хотел поделить на участки, и сдавать в аренду, домики для отдельных семей, кто хотел. И все, а потом мне уже пришло исковое заявление о том, что я якобы как-то самовольно взяла, поменяла это жилищное строительство на каких-то, основаниях.